12 лет назад, 4 ноября 2005 года, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который утвердил новый праздник. Им стал День народного единства. За прошедшие годы он уже успел стать поистине всенародным, приобрести свои традиции. Одна из них – проведение торжественного митинга, на котором побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит Андрей Вишневский. Митинг, посвященный празднованию Дня народного единства, прошел в городском доме культуры, где о праздничной дате было сказано много слов. В этом дне поистине сила и слава России, освобождение Москвы от польских интервентов, окончание смутного времени. Смута – это были годы, когда невиданные горести, неурожаи, голод, болезни, разбои поразили московское государство. И вот в День народного единства мы вспоминаем единение русских сил более 400 лет назад, которое спасло Россию от порабощения. С праздником участников митинга поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. Мы живем в мире и согласии, растим детей, трудимся на благо нашей малой родины. И это делает нас огромной созидательной силой. Уважать друг друга, вершить добрые дела, любить свою родину, воспитывать в детях патриотические чувства, противостоять любым попыткам посеять рознь и разрушить народное единство. В этом главный смысл и главная идея сегодняшнего праздника. Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с праздником, желаю вам мира, добра, благополучия, развития нашей стране и всего самого-самого доброго. Для 10 активных старшеклассников Славянска на Кубани этот день запомнится на всю жизнь, ведь им в торжественной обстановке глава Славянского района и начальник отдела по миграционным вопросам вручили паспорта. Славянский район – район многонациональный. Не одно десятилетие здесь бок о бок живут люди разных культур, взглядов и вероисповедания. О важности понимания друг друга между людьми, проживающими на одной территории, говорили со сцены старший священник Свято-Успенского храма и настоятель храма Святого Саркиса Армянской апостольской церкви. Они еще раз подчеркнули, что сила и процветание народа в его единстве, в его верности славным историческим традициям и пожелали всем здоровья и добра. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».